Конечно, спасибо Музею Московского Кремля. Осталось только вам, как зрителям, приступить к наслаждению. В музее имени Арсеньева открылась выставка, посвященная дому Романовых. В залах выставлены средневековые царские регалии, памятники, иконописи и реликвии из оружейной казны, а также драгоценные элементы парадного конского убранства. Все предметы, собранные для показа, объединяют истории, связанные с царской семьей. Это те вещи, которые не просто находились в царской сокровищнице, а это те, которые представителям династии Романовых были особенно дороги. Ну вот, например, опять же, крест за вашей спиной – это подарок патриарха Филарета своему сыну, царю Михаилу Федоровичу. Он благословил своего сына этим крестом. Подарок не только патриарха царю, но прежде всего подарок от отца к сыну, который сын, естественно, ценил и очень любил. То есть вот все вещи, которые здесь представлены, они имеют примерно вот такой акцент. Выставка «Романовы. От царя до императора» – третий совместный проект в рамках соглашения о сотрудничестве между музеями Московского Кремля и Музеем истории Дальнего Востока имени Арсеньева, которое было заключено в 2018 году. К каждому проекту сотрудники музеев тщательно готовятся, но иногда из-за сжатых сроков не все экспонаты успевают пройти реставрацию. Год пандемии дал реставраторам дополнительное время. Из-за изменения сроков в связи с этой пандемией мы планировали перевозить до реставрации. Так что я думаю, что все-таки выставка выиграла значительно. Вот, все-таки не намного изменился внешний вид, экспозиционный намного лучше стал. Поэтому, конечно, смотреть интереснее на уже отреставрированные, очищенные, укрепленные вещи. Выставка, посвященная династии Романовых, как и предыдущие «Карты России. Вехи истории» и «За службу и храбрость. Награды России» реализуют основную цель музейного партнерства – предоставить коллекции главной музейной сокровищницы страны и позволить жителям Приморского края Дальнего Востока познакомиться с ключевыми страницами российской истории. Екатерина Зверева, Денис Фадеев. Новости на Восьмом.